Марин, вы зачем места вплотную поставили? Сейчас! Я поставила. Ага, хорошо. Коля, позови. Сара! Сара, 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 Сара! Иди фотографируй, я возьму. Девочки, поставьте собак, это все-таки рабочие собаки, а не декоративные. Спасибо. Это все?
Бис. Кардиган, Пемброк, Шиперка, Шелти. Нет, Шелти нет. Коли, Чехословацкая. Все. Не будет. Где французский бульдог твой? Света! Начинаем.
неплохо, один насос и третий. А мост второй. И Путин, который поет, первый. Цири, Цири! Цири, Цири! Цири! Эксперт римский грачик, как опян Армения, похлопаем. Дима, там у нас заградная, там. У нас заградная там. Там. Чемпион федерации. Там чемпион РКФ, а у нас чемпион федерации. Что-то мы не туда встали. Девушки! Подождите, где чемпион федерации? Да, да? Вот сюда. Ну, стой, ты еще и там. Девочки, пари. Кто спал на моей кровати? Там чемпион РТС расставляют, да? Женя, там чемпион федерации. Бэби, чемпионы федерации. Хорошо, смотри, вот у меня такая мало. Бэби, чемпиона федерации. Пара. Я обойду. Хорошо, молодец. А Бессон где? Четвертое место мы приглашаем такса миниатюрная длинношерстная. На третье призовое место мы приглашаем собаку породы Кавалер Кинг Часпани. Резервным победителем названия лучшего бэбика выставки становится собака породы Акита. Заходят в ринг.
Стоять, стоять. Малыши, стоять. Народ разбежался, еще не сделал место, не вспомнили, уже никого нет. Спасибо. Щенок один, одно место. Похлопаем единственному щенку в выставке. И сразу на первое место. Ветеран, Коля, ты на шорты есть? Уехала она. Уехал. По кругу похлопай ветерану. И сразу на первое место. Юниоры готовятся. Спасибо. Эксперт в ринге Виктор Лобакин, Азербайджан, похлопаем. Да, я не знаю.
Женя сказала, что не все. Резервным победителем названия лучшего юниора выставки становится собака породы Сиба. И лучшим юниором становится собака породы Лабрадор Ретривер. Лена, готова? Победитель первой группы Коля Длинношерстный. Победитель второй группы Третья Азиатская Овчарка. Победитель третьей группы Тинглингтон Терьер. Победитель четвертой группы Такса Стандартная Длинношерстная. Победитель пятой группы Сиба. Победитель шестой группы Ленинский Линсберг. Седьмая группа есть. Это я на лучшую собаку выставку. Победитель восьмой группы Золотистый Линсберг. Выбег второй, первый, второй, третий. Победитель девятой группы. Первый, второй, третий. Не хватает.
Какие у нас пары есть? Надо представить судьи, хотя мы должны были Российская Федерация!
На третье место мы приглашаем победителя четвертой группы «Такса стандартная» Лена Шерстная. На второе место мы приглашаем победителя второй группы «Среднеазиатская овчарка». И лучшие собаки клуба «Триумф», чемпион федерации, становится победитель шестой группы «Ведетийский риджбэк». А такса, чего ушла с общего фона? Просто что-то на сзади делает. Сара.